νίκε σε αυτή τη ναυμαχία θα μείνουν για πάντα στι καρδιέ μα, στι μνήμε μα και θα συμβάλλουν για την περαιτέρω ανάπτυξη των κοινών μα σχέσεων, τη συνεργασία μεταξύ τη Ελλάδα και τη Ρωσία. Слава российским морякам, погибшим в Новорижском сражении. Тими стус пизондес, пу эдусан тизуэс эдо сти навмахе Новорину. Слава российскому флоту. Тими сто полемико нафтико тиз Русиас. Слава российско-греческой дружбе. Тими сти русо эллиники филия. Слава России, слава Греции. Тими сти Русия, тими сти Нелада. И как это у нас принято, два коротких, три протяжных. 3-4. Ура! 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 Спасибо. Хорошо, Були. Венок возлагают... Возложение венков. Катафис и Стефанов. Венок возлагают представители посольства Российской Федерации в Греческой Республике, атташе по вопросам обороны и военный атташе Российской Федерации в Греции, генерал-майор Приходько Александр Сергеевич и полковник Демьянов Сергей Александрович. Эк мэрус из Ройскис призвес и полстратегус Приходько, околосу саминас кестратегус, околосу седематаси Демьянов. Флот Российской Федерации венок возлагает начальник территориального центра управления Черноморского флота контр-адмирал Семенов Олег Александрович. А потом полемиконов текот из Русиас и по наваркос Семенов Олег. Сил Греческой Республики капитан-лейтенант Янакос. Экмерсу полемикона текут из Ладос и поплеяхтош Янакос. Возложение венка от правительства области Мессине. Экмерус ту тис периферияс Мессине. От мэрии города Пилоса. Эк мэрус по Диму Пилу. Память моряках, погибших в боях за свободу Греческой Республики, объявляется минута молчания. Энос лептус эгис.
исполняется государственный гимн Греческой Республики. Этникос Шимнос тиз эллинитис демократиас. Исполняется государственный гимн Российской Федерации. Этникос Шимнос тиз Росикисомус Пондиас. Митинг, посвященный 192-й годовщине Наваринского морского сражения, объявляется закрытым. Телос телетис. Внимание, слушай мою команду. Три шага вперед, шагом. Марш! Раз, два, три. Направо! Равнение налево, шагом. Марш! Дорогие друзья, как у нас принято по нашей традиции, мы приглашаем приглашаем на